Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
знаете, я электрод сдала. Да? Кому? Какой-то рыжей женщине, на попу фамилию. Лаптику. Молодец, поздравляю. Сложно было? Ну вообще да. Я очень прям, я 5 дней сидела дома, готовилась. А билет хорош попался? Вообще отвратительно. Сейчас? Там, короче, первое, потенциал диска, по нему там это сильное распределение по поверхности, это я сделала, там типа двойной интеграл. А вторая задача на уравнение колебаний в каком-то там контуре за умным. Вот там я просто заступила. Я при ней смогла вывести там типа уравнение второй степени для, ну, для зарядов. А у вас теории не было, что ли? Да, была. Это как бы билет состоит из двух задач, а потом тебе накидывают вопросы из термина просто. А, ну, я там спросил что-то уравнение, ой, не уравнение, это теорема циркуляции H, этой напряженности. Да. И уравнение максимума. Я не ответила. Там был позор, вот я такая, видите, пример какого-нибудь директорка или проводника, я вообще не знаю ничего про эту физику, типа я такая, посижу, она такая стучит по столу, я такая, дерево. Thank you.
Thank you.
них уже решили микст играть.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Спасибо.